Вчера в 7 часов вечера скорую помощь вызывали в 244-ю комнату семейного общежития завода РТИ на Братской 14. Разглядев окровавленный нож и осмотрев пострадавшего 30-летнего хозяина комнаты Александра Бутовченко, доктора позвонили в милицию. Мужественно перенося боль в груди, Александр, как в плохом анекдоте, пытался убедить врачей и милиционеров, что сам упал на нож. Я упал на нож. Шел и упал. Да, шел и упал. Сам на нож упал, да? Да, сам упал. Ага. Итак, как там в анекдоте-то 8 раз? Впрочем, Александра понять можно. По всему выходит, что ножом его ткнула собственная супруга Людмила. И он, как человек ответственный и, видимо, любящий любимую женщину, решил не сдавать. Оно, конечно, нет заявления от пострадавшего, нет и уголовного дела, но милиционеры Людмилу Бутовченко на всякий случай все же отвезли в РУВД. До выяснения, что называется, раненый в грудь Александр Бутовченко отправился в травматологию 24-й городской больницы. Здесь же, на Вторчермете.